Что я тут имею? У меня спицы 1,75, адики, турбочки с круглыми носиками. И у меня скрутилась леска, потому что они у меня уже старенькие, эти спицы. Сейчас мы их вылечим. Я их скрутила кольцом, надела вилку, потому что если я на вилку их не надену, они всплывут. Леска просто выскочит. И у меня чайник с горячей водой, он только что закипел. Воды, конечно, можно было меньше налить. Держать долго не обязательно, леска уже, думаю, что размягчилась. Давайте посмотрим. Ах, спицы горячие, надо быть осторожной. Можно подержать еще, если хочется. В принципе, они уже готовы. Мне просто понравилось ковыряться с ними. Видите, леска высовывается из кружки, если ее ничем не утапливать. Заодно рисанулась вам своим новым колечком. Наверное, хватит. Давайте будем посмотреть. Кажется, что края неровные, но сейчас вот на стыке. Я очень люблю Ади, потому что у них стык хороший. Я знаю, их в последнее время критикуют сильно. Они раньше были очень модными спицами, всегда дорогие. Вот,